Узнай состояние своего здоровья и получить своевременную помощь. С такими целями, как правило, воскресенцы проходят диспансеризацию. Диспансеризация – это целый комплекс обследований, который позволяет выявлять патологии на ранней стадии. Диспансеризация – это, в общем-то, такой специальный созданный проект для того, чтобы выявить сердечно-сосудистую патологию, прежде всего, онкологические заболевания, глаукому, хронические обструктивные заболевания легких и, конечно, сахарный диабет, который на сегодняшний день является самой большой, так сказать, печалью в нашем обществе. Вот. И, в общем-то, вот, процент выявляемости существенный. Вот, особенно первые годы было очень много выявлено заболеваний, вот, в том числе онкология. В этом месяце, вот, например, у нас по одному сахарный диабет, одна гипертония и одна онкология. Диспансеризация проходит в два этапа. Первичное обследование позволяет понять, здоров ли человек. Если обнаруживаются подозрения на скрытые заболевания, то назначается дополнительный осмотр. Жители Воскресенского района могут обследоваться абсолютно бесплатно раз в 3 года. В 2018-м воспользовались этой возможностью почти 18 тысяч человек. У нас каждый месяц, в конце месяца, определенная суббота выделяется. И в эту субботу имеют возможность посетить нашу поликлинику, наше учреждение, различные люди, которые, в общем-то, заняты среди недели. Вот. Поэтому, в общем, все делается для блага народа. Чтобы пройти диспансеризацию, в следующие выходные достаточно прийти в поликлинику по месту прописки, взять с собой паспорт и медицинский полис. С таким же набором документов вы сможете сделать и прививку от гриппа. Уже сейчас в Воскресенске началась плановая вакцинация. За один сегодняшний день у нас привелось 93 человека. Это, я считаю, очень много. По плану у нас где-то 200 человек привить, поэтому мы план уже как бы выполняем. Люди охотно, значит, идут на данную прививку. Ходим в основном сейчас прививаются учреждения. Это детские сады, школы, ну и медицинские работники. Медицинские работники тоже охвачены практически все. В Воскресенском районе делают прививки от гриппа «Савигрипп». Это вакцина отечественного производства. Побочных явлений практически не отмечено за те годы, которые мы ее проводим. Мы ее уже делаем 3-й год. Вот, вакцина очень такая приемлемая. Побочных реакций нет, температуры нет. И, в общем-то, противопоказаний очень мало. Это активная фаза туберкулеза, либо это острая вирусная в острой фазе с температурой. Вот. И даже онкология не является противопоказанием. Данная прививка также бесплатна. По мнению специалистов, вакцинация – это единственный эффективный способ борьбы с одной из самых грозных инфекций, которая ежегодно уносит тысячи жизней. Полина Романюк, Руслан Полянин, Воскресенские вести.